Народ, мы начинаем наш тур по небесам Liberty City. Я Джейс, и со мной вы в полной безопасности. Я могу летать на этой крошке с закрытыми глазами. Колони Айленд. Этот район можно считать эдаким аппендиксом Алгонквина. Он есть, но никто не знает зачем. Интересно. Центр вон Крастенберга. Звучит как хруст купюр. Правда? Это всеамериканский центр бабла. Без шуток. Бабла реального. Роттердамская башня. Мой приятель хотел сигануть с этой дылды с парашютом, но оказалось, что охранники здесь хоть и жирные, но шустрые, блин. Окей. А это Либертониан. Ни разу там не был, но знаю, что он популярен среди вас, приезжих. Там много всякой старой хрени, просто куча. Восточная часть Мидл-парка. Кто-то занимается тут бегом, но есть тут чувак, живет в кустах. Может достать вам все, что можно курить. Все. Черт. А вот другой пейзаж под названием «Строительная зона East Poland». Ее не будет в списке достопримечательностей. Если захотите ее посетить, можете считать себя туристом-экстремалом. Классный! Да ладно вам! Yeah.
Надпись «Get a life», что означает «Живи нормальной жизнью, в конце концов». Пока хиппи курили траву, эти толстосумы рубили капусту. Ага, понятно. Городская цитадель. Однажды я катал мэра в этом вертолете. Да, хороший парень. Я никого не агитирую, просто приятный малый. Потрясающий, честно. Ну что ж, мне очень понравилось вас катать. Вы отличные слушатели. Когда снова заходите на небеса, вспомните Хиггинса.